На сегодняшний день фабрика «Метрополис» стоит в одном ряду с крупнейшими российскими производителями кондитерских изделий, зарекомендовав себя как надежный партнер и современное развивающееся предприятие как на региональном, так и на российском уровнях. За плечами 14 лет успешной работы. В начале пути компания располагала лишь одной производственной площадкой. В скором времени предприятие стало стремительно автоматизироваться и расширяться, что послужило внедрению новых направлений в деятельности и повысило производительность. Отметим, что в настоящее время производственные площадки, расположенные не только в Армавире, но и в Краснодаре, обладают большими возможностями. Они способны снабдить отменными сладостями как многие регионы России, так и ближнее зарубежье. Не так давно открыт торговый филиал в Ростове. Там уже сформирована команда, которая занимается реализации всего ассортимента продукции «Метрополис». Это обособленное подразделение, которое позволило поднять уровень контактности с клиентом, более гибко работать и повысило качество обслуживания. За счет открытия филиала мы существенно расширили географию доставки нашей продукции в Ростове и Ростовской области. Наши специалисты всегда предоставят клиенту квалифицированную информацию, помогут подобрать оптимальный ассортимент индивидуально для каждого магазина. Своевременно расскажут о наших новинках. В связи с этим продукция компании любима, востребована и пользуется большим спросом у клиентов. Напомним, что это самые различные виды тортов, пирожных, печенья, вафельных трубочек, кексов, взбивных конфет, восточных сладостей, замороженных полуфабрикатов из слоеного теста, рахат лукума, зефира и мармелада. А самое главное, что вся продукция не только качественная, но еще и очень вкусная. Можно даже сказать, по-домашнему вкусная. Нет, пожалуй, сегодня уголка в России, где бы не знали продукцию кондитерской фабрики «Метрополис». Ведь изделия от компании вобрали в себя лучшие кондитерские традиции с новейшими технологиями. Разнообразие ассортимента способно удовлетворить самые различные вкусы потребителя. Наше застолье не проходит без «Метрополиса». Обожаю «Метрополис». Самый вкусный торт – это пончо, особенно то, что внутри. Очень нравится. И мне, и моей семье. Я очень люблю и тортики, и рулетики, и печенье, и слойки. Когда день рождения, приходим сюда и торты заказываем здесь. То есть «Метрополис» – самый вкусный, самый хороший торт. Рыжик, Наполеон, пончо. Как домашний. Люблю «Метрополис», а особенно слойки. Самые вкусные с картошкой. Часто покупаем слоеное тесто, делаем пиццу дома, печем сами. Очень люблю слоенки. Это как бы мое хобби. Торт пончо, слойки, там смоковинка, нежные, рулетики ореховые, сгущенка. Любая продукция от «Метрополиса», просто пальчики оближешь. Производство тортов и пирожных является одним из главных направлений деятельности предприятия. В состав их входят только высококачественные, экологически чистые продукты. Три производственные площадки специализируются на отличающемся ассортименте изделий. Первая выпускает печенье и полуфабрикаты из слоеного теста. Вторая – мармелад, зефир, рахат, лукум. Третья – торты и пирожные. Кроме того, есть еще и тестирование в собственных лабораториях. Все это говорит о том, что контроль качества – приоритетное направление кондитерской фабрики «Метрополис». Профессионалы самого высокого уровня работают в лаборатории. А это значит, что здесь просто невозможен выпуск продукции, не соответствующий всем необходимым требованиям. Для того, чтобы обеспечить безопасность покупателям, соблюсти необходимые санитарные правила и выполнить все санитарно-противоэпидемиологические мероприятия, на предприятии действует программа производственного контроля. Сырье проходит самый жесткий контроль. При выявлении одного из показателей, не соответствующих нормативному документу, сырье возвращается поставщику. Подготовленный полуфабрикат обязательно отбирается в лаборатории на физико-химические показатели безопасности для подачи на выпечку и получения готовой продукции. На фабрике великолепно отлажена система контроля от начальной стадии отбора сырья, контроля всех ингредиентов и производства кондитерской продукции до конечной, ее упаковки и даже отгрузки. В свою очередь, четко организованная служба логистики обеспечивает доставку продукции абсолютно в любой регион. Сохранение традиционных рецептов, разработка новых видов продукции, а также внедрение современных технологий – основная функция деятельности опытных технологов «Метрополис». Приготовление тортовой продукции можно подразделить на три этапа. На данных этапах производства полуфабриката осуществляется согласно рецептурам, созданным технологической группой ООО «Метрополис». Несмотря на то, что сборка тортовой продукции осуществляется кондитерами вручную, на нашем предприятии отработана технология производства, позволяющая контролировать четкое соотношение полуфабрикатов в готовом изделии.
Стоит отметить, что ассортимент кремовой продукции постоянно обновляется и отличается огромным разнообразием. Это торты со сливочным, легким, масляным кремом, творожные, йогуртовые, сметанные, суфлейные, детские, с натуральным медом, традиционные и самые оригинальные. Для того, чтобы ежедневно создавать огромное количество тортов, на фабрике трудится целая армия кондитеров-профессионалов. Каждого из них можно назвать мастером своего дела. Впрочем, на кондитерской фабрике «Метрополис» работают отнюдь не консерваторы. Специалисты постоянно ищут новые рецептуры и создают настоящие кондитерские шедевры с неповторимым вкусом. Для того, чтобы сотворить эксклюзивный вариант, работает не один человек, а целая команда мастеров-кондитеров и дизайнеров. Каждый торт в таком исполнении особенный и неповторимый. И таким же становится любое торжество, на котором хозяева и гости праздника видят на столе великолепное произведение искусства с изысканным вкусом. Кремовая продукция – это не все, чем радует кондитерская фабрика покупателя. Печенье, изготовленное по домашней рецептуре, привлекают каждого покупателя. Видов и сортов его «Метрополис» выпускает немало. Тем более, что печенье не только вкусное и питательное лакомство. Почти все его виды хранятся довольно долго и этим удобны. К чаю, кофе и какао с соком и лимонадом за изысканно сервированным столом или в походе. Повсюду найдется ваза или обычная упаковка овсяного печенья или сдобного, ароматного круассана или нежнейшего рулетика. Изысканнейшего рахат-лукума с традиционным или абсолютно необычным вкусом, выпускаемого кондитерской фабрикой «Метрополис». Стоит отметить, что при изготовлении печенья используется высококачественное натуральное сырье, которое позволяет выпускать продукцию, отвечающую вкусам самых взыскательных потребителей. Более 500 видов продукции выпускается на предприятии. Среди них и замороженные полуфабрикаты из слоеного теста, которые пользуются популярностью у покупателей. А слоеное, дрожжевое и бездрожжевое тесто торговой марки «Объедашка» поможет даже начинающей хозяйке быстро приготовить вкусную и аппетитную выпечку. И это неудивительно. Ведь на предприятии имеется современная швейцарская линия по производству дрожжевого теста, которая складывается и раскатывается в 36 слоев. Поточно автоматизированная линия по производству дрожжевых и бездрожжевых изделий позволяет производить нам до 700 тонн продукции в месяц высочайшего качества. В производстве мы используем только свежее высококачественное натуральное сырье, которое проходит тщательный контроль. Натуральные начинки собственного производства – это наша гордость и гарант качества. Мясные фарши готовятся из свежей свинины и говядины. Фруктово-ягодные начинки готовятся горячим и холодным способом из отборных фруктов, замороженных ягод и сухофруктов. Мы обращаем пристальное внимание на состав продукции, которую производим, а следовательно и на состав сырья, который используем. Тщательно изучая свойства его компонентов и пищевых добавок, выбираем самое лучшее. В результате получаем продукцию высочайшего качества, имеющую полезные свойства. Профессионально разработанное, подобранное и скомпонованное оборудование, входящее в состав производственной линии, позволяет гибко и быстро переходить с выпуска одного вида продукции на другой. Ну а если учесть всевозможное количество начинок, среди которых мясные и сырные, а еще фруктовые, ягодные и овощные, то становится понятно, почему любая продукция кондитерской фабрики «Метрополис» пользуется огромным успехом у покупателей не только в России, но и за ее пределами. Общеизвестно, что сухофрукты являются экологически чистым продуктом, поэтому у некоторых сортов печенья на фабрике «Метрополис» начинка именно из них, а варят сухофрукты как раз на самом предприятии. Это особенно важно, так как одним из главных потребителей кондитерской продукции являются дети. Именно потому, что все изделия компании изготавливаются только из натуральных ингредиентов, продукция, выпускаемая на следующей площадке, также абсолютно экологична. Например, в составе зефира и мармелада только сахар, патока, пектин, агар-агар и натуральный сок. Агар-агар богат содержанием йода, кальция, железа и других ценных веществ и микроэлементов, столь необходимых для организма, особенно для детского. Пектин не менее важен. Он способствует выведению токсинов, снижает уровень холестерина в крови. В технологии приготовления этих полезных продуктов используются такие же рецептуры, как в старые добрые времена. Кстати сказать, вся продукция фабрики «Метрополис» снискала любовь не только покупателей, она давно признана профессионалами. Свидетельство тому – многочисленные победы и награды, ежегодно получаемые на различных выставках и конкурсах по кондитерскому искусству, как на региональном, российском, так и на международном уровнях. В этом году новинка краснодарского филиала «Коллекция неповторимых вкусов сдобного печенья» получила на конкурсе «Продэкспо-2013» самую высокую оценку. Организационный комитет главной всероссийской премии «Лидеры экономики»
экономики России, присвоил предприятию «Метрополис» почетное звание «Лидер России 2013» за высокое качество выпускаемой продукции и предоставляемых услуг с вручением золотой медали. Первое место рейтинга в Российской Федерации. Это еще раз подтверждает высокий уровень профессионализма мастеров-кондитеров, работающих на фабрике. А лучший продукт года – высококачественные товары Кубани, 100 лучших товаров России. На этих и многих других авторитетных конкурсах предприятие многократно становилось участником, лауреатом и победителем. «Метрополис» – обладатель золотых и серебряных медалей выставки «Продэкспо» в Москве не только в 2013 году, но и раньше. Хотя на счету множество побед, компания не останавливается на достигнутом. Тем более, что она входит в десятку крупнейших кондитерских фабрик страны. Здесь ежегодно выпускают около 20 тысяч тонн мучных кондитерских изделий. Руководство планирует расширить производство и построить в Армавире новую кондитерскую фабрику с объемом 100 тысяч тонн продукции в год. В свою очередь, это позволит создать около 1500 рабочих мест, а это немаловажно и для экономики самого города. Цель бизнеса не в прибыли, а в том, чтобы приносить пользу, считает руководство предприятия. Особо значим еще один фактор – отношение к сотрудникам. Здесь ценят и уважают работников, которые трудятся на предприятии уже много лет, прислушиваются к их советам, признают их заслуги. Основной ресурс компании, который сегодня мы имеем, это опять-таки не оборудование или продукт, это наши люди. То есть мы ставим персонал компании в приоритет. И сегодня в нашей компании работают сотрудники со дня основания. 14 лет. Ну, раз ты приходишь на производство, общаетесь с кондитером, который работает с самого начала основания компании. Это очень много стоит, и я могу сказать вам с уверенностью, что у них есть то, чему поучиться нам. Наряду с опытными сотрудниками здесь приветствуют и перспективных, активных, нацеленных на результат и профессиональный рост юношей и девушек. Проблема трудоустройства молодых специалистов по окончании вузов в настоящее время является достаточно острой. Попасть на хорошее производство практически невозможно. Однако исключения из правил есть. В крупнейшей на юге России кондитерской фабрике «Метрополис» созданы все условия для успешного трудоустройства и неограниченного развития своих сотрудников. Тому подтверждением является множество фактов. Один из них – открытая церемония презентации фабрики в стенах Кубанского аграрного университета, проходившая 10 октября 2013 года. В рамках грандиозного мероприятия компания заключила партнерское соглашение с вузом о сотрудничестве. Компания наша смотрит на десятки лет вперед, и мы понимаем, что если мы сегодня не будем собирать и заниматься консолидацией идей, реализовывать идеи от студентов, от окружающих наших людей, да, то мы не продвинемся в будущее. Студентам предстоит принять участие в конкурсе. Юноши и девушки поборются за право вступить в мир бизнеса, в который мечтает попасть с детства каждый ребенок. Учащиеся попробуют разработать свои кондитерские изделия. Самая вкусная и оригинальная выпечка в перспективе будет производиться на фабрике в Армавире. А победителей ждет стажировка за рубежом, после чего каждый из них сможет начать карьеру в «Метрополис». Я хотел бы поблагодарить руководство компании, что все-таки в качестве партнера компания выбрала университет. Мы надеемся, что компания станет, пожалуй, наверное, одним из самых серьезных, важных стратегических партнеров для университета. Но мне кажется, за этим будущее. Такого рода конкурсы являются не единственным проектом в рамках сотрудничества между фабрикой и вузом. Практику студенты могут проходить на предприятии. У самых успешных будет возможность вернуться в компанию только уже в качестве сотрудника после получения диплома и соприкоснуться в полной мере с жизнью кондитерской фабрики «Метрополис». Стоит отметить, что компания может по праву гордиться званием настоящего мецената. Ведь на протяжении многих лет компания принимает активное участие в социальных программах – культурных, спортивных, творческих, политических и многих других как на региональном, так и на всероссийском уровне. Особенно чутко здесь относятся к обращениям обществ инвалидов, людей с ограниченными возможностями, ветеранов, малообеспеченных граждан. В сферу благотворительной деятельности входит и поддержка проектов образовательных учреждений, развитие культуры и сохранение памятников истории. Нельзя в связи с этим не упомянуть о спорте. «Метрополис» вносит немалый вклад в оздоровление нации, уделяя особое внимание здоровому образу жизни и развитию физкультуры и спорта, а также поддерживает местный футбольный клуб «Торпедо».
Подводя итоги, следует отметить, что постоянно совершенствуясь, компания перебрала несколько форм и видов повышения уровня производительности. И в итоге остановилась на кайдзен – постоянной системе совершенствования в непрерывном процессе улучшений. Разработал и внедрил эту систему Кейски Озава, вице-президент Toyota Engineering Corporation. Кстати, сам Озава лично побывал на кондитерской фабрике «Метрополис» в Армавире и был восхищен именно отношением руководства к подчиненным, что он считает важным залогом процветания компании. А это станет еще одним кирпичиком в совершенствовании такого гиганта кондитерского производства, как «Метрополис». В общем, как говорит народная поговорка, большому кораблю большое плавание.